В этом видео вы узнаете, как правильно использовать утилиту для быстрого сбора ключевых слов. Заходим в утилиту, добавляем основные запросы в первую колонку. Допустим, я хочу собирать все пересечения слов с окнами. Прописываю здесь окна пластиковые, окна ПВХ, окна стеклопакеты. Заполняю остальные колонки другими словами. Например, во второй колонке мы вставляем транзакционные запросы и регион. Например, купить, заказать, заказ, установка, Москва. В третью колонку прописываем, какие у нас окна, то есть свойства, типы и номенклатура. Мансардные, двухстворчатые, балконные. В следующей колонке мы заполняем бренды и марки. В запросе цены вставляем цена, стоимость, прайс и так далее. Ну и в последней колонке вставляем остальные запросы, остальные слова, например, отзывы фирмы, квартира, дом, дача. Прописываем наши минус-слова через запятую. Проставляем регион WordStat, по которому собираем слова, и где нам его взять. Для этого нам необходимо будет зайти в сам WordStat, выбрать регион, по которому мы будем собирать наши ключи. Допустим, я собираю по Москве, нажимаю «Выбрать». И здесь мы видим, ссылочка сразу генерируется, и вот здесь появляется наш номерок, у нас это 213. Проставляем его сюда. Если вы нажмете на «Где его взять», вам также покажется скриншот, где берется этот номерок. И нажимаем «Получить ключевые слова». Утилита пересекла наше основное слово последовательно с каждым словом из следующей колонки. Нажимая на них, нам откроется также окошечко WordStat, которое покажет все слова, которые генерируются по данной фразе. Вот здесь мы можем это увидеть. И все, вы выбираете те слова, которые вам нужны. То есть утилита покажет вам те слова, которые вы еще не учли по данной фразе.